Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на Wondercase. У меня на балике 100 тысяч 144 рубля. Этот балик у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 27 кусков балансу. И я сегодня планирую пооткрывать дохрена дорогих кейсов. Мы по-любому откроем один москвич за 42 тысячи. Очень надеюсь, что нас этот кейс не сольет. Но если смотреть на наш винстрик, мы сейчас очень хорошо купаемся подряд, уже несколько роликов. И мне кажется, есть вероятность, что этот кейсик меня подсольет. Но будем смотреть. Полетели со старта снеговик. Это традиция. Начинается с данного кейса 5 штучек на 6450 рублей. И в идеале, чтобы ты прям в начале мне хорошо выдавал. Ну, вроде падает одно говно, да? Да, падает шмоток на 3800. Давайте еще 5 быстро. Но как-то вот уже не 100 тысяч на балансе видеть крайне неприятно. Может, выдашь? Второй игрок неплохо. Но не, что-то снеговик меня жестко сегодня сливает. Прям неприятненько. 8200, ну вот уже получше, но пока все равно минус. Еще 5. Ну, может, выдашь мне прям жесткий хороший плюс. 6000, понял, еще 5. Второй игрок. Ну, 7300, неплохо, еще 5. Так, окей, ладно, на бальке 96 тысяч, давайте тогда тронем что-нибудь подороже, например, Lamborghini, 5 штук на 10 тысяч, 450 рублей. Да сука, 700, ну алло, Вандер, можно меня как-то окупать? Я, конечно, понимаю, что я обнаглел, столько роликов подряд окупаюсь, с 10 тысяч сделал сотку на балансе, но все-таки. 13, получше, еще 5. Ну, опять слив вроде, 800, сука. Кайман неплохо, ну 13 тысяч, ладно, хотя бы соточку, можно мою вернуть? Ну да, понял, еще 5. Да-да-да, 8200, еще 5. Короче, окей, Lamborghini тоже не выдают. На балике уже 88 тысяч. Мы только начали ролик, а уже просрали 12 кусков. Неприятно. На живой, может, ты мне выдашь? С первого прям сразу. Так, ладно, начало ролика у нас явно не удается. Давайте апгрейдик до 20 тысяч. Вот такой вот попробуем. Если проигрываем, то, значит, начинаем в минусе. Апгрейдик мы, к сожалению, проигрываем. Начало видоса прям отвратительное. Минус 26 тысяч, но я надеюсь, это нам не помешает выйти в плюс. Но очень хочется в это верить. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покупать на Wondercase, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Wondercase, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. Так, ладно, полетели тогда сейчас перчаточные. 5 штук на 47 тысяч рублей откроем. Рисково, конечно, но здесь если и сливает, то обычно не супер сильно. Но сука! Ну хреново выдает. Ну 43 тысячи. Но говорю, сливает-то не супер намного, но хочется плюс увидеть. 40 тысяч, еще 5. Вот это хорошо, но остальное говно. Ну хотя бы плюс, еще 5. Не знаю, москвич что-то мне меньше и меньше хочется открывать, потому что все дорогие кейсы меня сегодня сливают. Но мы должны его сегодня открыть. Ну, по-любому, потому что я в прошлом ролике уже пообещал. Так, Rolls-Royce меня тоже сливает. Ну, может, выдать что-нибудь хорошее. Ну вот, 16. Ну, сука, уже 63 тысячи на балике. Ну, пожалуйста, Wondercase. Не, ну одно говно, по одному посмотрите на это. Ну 26, более-менее, еще 5. Да-да, одни церберы и... Ну да-да-да, расскажешь. Понял, 18, еще 5. Ну вот это хорошо, 18. Ну дай по-братски что-нибудь жесткое. Вообще, в идеале, сегодня в моей картине мира, это было поднять 1020 сверху к балансу и открыть москвич. Если бы мы там даже жестко слились, мне было бы уже не так обидно, потому что много бы мы не просрали. А если я сейчас пойду открывать москвич и все просру, ну там какое-нибудь говно упадет, то у нас на балансе почти ни хрена не останется. Давай, ладно, 70 тысяч хотя бы верни мои, пожалуйста. 17 400, еще 5. Вот это хорошо, ножик, ну вот, нормально, 75 тысяч, ладно, уже хотя бы более-менее начали камбэкать. Давайте на живой 3 штуки на 43 500. Ага, 39, еще 3. Ну да-да-да, расскажешь, 40 тысяч, еще 3. Вот, вот сейчас хорошо, 48. Ну, сука, 74, по факту в минусе мы с этого кейса. 41, еще 3. Ага, 3 говна, спасибо, еще 3. Стиле, вот, 53 тысячи. Можно 80 тысяч пробить на этом кейсе, по-братски. 41, еще 3. Так, 54, нормально, 77 тысяч рублей на балансе. Так, давайте, ладно, еще Rolls-Royce чуть-чуть покрутим по 5 штучек. Надеюсь, что этот кейс мне, сука, сегодня будет выдавать. Алло! 19700, даже это минус. Поверхностная неплохо, 28 тысяч. Я бы вот, давайте 80 пробиваем наши обратно и идем открывать москвич. Да, если мы 80 пробиваем, то я думаю, уже как раз мы в самое время открывать москвич. Так, Феррари ни хрена не выдает, еще 5. Наваха неплохо, 11 тысяч. Так, плюс 1600 рублей поднимаем и идем открывать. Давайте сейчас тройнем Пипега. Пипега 5 штук на 15 тысяч, давай, родной. Орион хорошо, но 13 тысяч, в общем, сука, это минус, еще 5.
Ну, хорошие скины падают, но качество говно, к сожалению. Ну, 16 тысяч, неплохо, еще 5. Ага, понял. Продаем, открываем еще 5. Вот, две пары перчаток, это отлично. Ладно, короче, 80 тысяч, хрен с ним, не будем. Я просто боюсь, если мы сейчас сильно заиграемся, нам может вообще не хватить на кейс Москвич. А я уже обещал открыть этот кейс в предыдущем ролике. А свои обещания надо выполнять, сука, дай... Не, ну вот если мне этот кейс сейчас выдаст плюс 22 тысячи, то у нас как раз будет сотка на балансе. Это будет отлично. То есть мне надо выбить шмотку за 64 тысячи рублей. Но здесь дохрена что столько? Не, ну тут обычно стоит или 200-300 тысяч, или 5-10. Ну, хотя вот Дигл Пламя какой-нибудь. Короче, ладно, полетели. Пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий за это. Мне кажется, я сольюсь. Давайте так, отмажусь. Ну, я это делаю для видоса. Но мне кажется, если бы даже я не записывал ролик, я бы то же самое делал. Врать не буду. Ну, ладно, полетели. Давай, родной, пожалуйста, выдай мне что-нибудь нормальное. Я тебя прошу, пожалуйста, 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 под конфирмацией. Но если прямо завода статрековский... Сука, 10 740 рублей. Ну, что за говно-то мне падает? Ну не, ну вот это было очень неприятно. Ну до 20, может апгрейд выиграем. Ну апгрейд выигрываем. Ну ладно, хоть 20-ку камбэкнули. Не знаю, может еще один. Не, ну второй раз открывать, ну это вообще дебилом надо быть. Так, ладно, как можно камбэкнуть наш баланс? Хотя бы часть его камбэкнуть. Роллс-Ройс, еще 5 штук. Но ты мне сейчас сразу выдаешь хорошо, по-братски. Да, 44 тысячи на балике. Дела у нас очень хреново обстоят. Ну 27, неплохо, еще 5. Багровая, хорошо. Пятнашка, сука, еще 5. Вот, сейчас вроде 29. Ну ладно, 56 тысяч камбэкнули. Короче, ладно, пацаны, ну в любом случае я этот кейс захочу еще раз открыть. Ну потому что я хочу откамбэчить то, что здесь просрал. Давай, хоть со второй попытки выдай что-нибудь нормальное, я тебя прошу. Ну не, ну финишная линия это говно. Сколько ты стоишь? Бля, 16 тысяч, я... Не, это вообще без комментариев. Ну я понимаю, что я обнаглел, я очень много хочу от вандеркейса. Столько поднял и в итоге дальше хочу, но все-таки. Ну да, еще мы и апгрейд, сука, проигрываем. На балике 14 800 рублей. Давай вот так вот быстро. Черный глянь. Апгрейд до 20 тысяч опять. Ну короче, пацаны, походу все, ГГ. Ну нет, выиграли. Давайте еще один до 40. Ну-ка, или может нахрен. Да не, не, ну надо, надо. Может быть, меня кейсы сегодня не выдают, но апгрейды будут хорошо сыпать. Ну стой, ну стой, ну сука, ну нахрен я это сделал? Блять, 100 тысяч рублей, просто как дебило. Не, я поднимал этот балик с 10 тысяч. То как бы я слил десятку, но так намного приятнее думать. Короче, кейс Москвич мне, как всегда, ни хрена не выдал. Это было читаемое, я где-то морально даже был готов к этому. Но все-таки оставалась маленькая надежда, то что, а вдруг сейчас как повезет и упадет там история о драконе. Но ни хрена. Но это логично. Я с 10 тысяч поднял сотку за 3-4 видоса. Вандер мне и так очень хорошо выдавал. А я просто обнаглел. Ну, на самом деле, я в край обнаглел. Я хочу всегда окупаться. И даже на бешеной ставке. Логично, что так всегда не будет. Короче, ладно, мужики, заканчиваем ролик. Напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, главное, включая голову, а не как я, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про бесплатный кейс за регистрацию на сайте. Ссылочка на вандеркейсе есть в описании под видео. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву. И все, мужики, мы на этом заканчиваем ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Хоть я и понимаю, что видос у нас получился, ну, крайне такой себе по окупаемости. Ну, как же, он вообще не окупаемый получился. Но зато, пацаны, для видоса... Да я... Ну, нет, я... мне очень хочется отмазаться, что я это все сделал для видоса. Сам бы я так не катал. Но по факту я бы и сам это то же самое бы делал. Короче, да, ладно, сам виноват. Все, мужики, всем удачи, всех люблю.